добиваемся установления юридического факта того, что пострадали люди в результате российской вооруженной агрессии. После этого у нас работает группа, которая занимается оценкой ущерба. То есть на базе первого решения оценки ущерба мы заходим опять в суд, в украинский суд, на взыскание с Российской Федерации как агрессора определенной суммы. Дальше по установленным международными конвенциями процедурам мы направляем это решение суда в Российскую Федерацию на исполнение. Мы абсолютно уверены в том, что они не будут его исполнять и даже отвечать не собираются нам. Ну а дальше будем арестовывать их имущество вначале на территории Украины, а дальше, когда эта возможность будет исчерпана, то за рубежом.